Всем привет, ребят. Ну что, очередные акции у нас на русском сервере, честно скажу, никакие по сравнению с остальными серверами. Ну, мелочь, но все же приятно. Дают скин, 12 сумочек Охника, ну и топовые сундучки новые. Честно говоря, они будут востребованы у нас на нашем сервере, на остальных там не очень. Ну, то такое. Сегодняшний видос мы будем с вами открывать сумочки Огнекрыла, посмотрим, сколько мы всего осколков соберем, какой шанс. Ну, в общем, все как обычно. На китайке я вам показывал, сколько я собрал, не помню, там 2,5, по-моему, Огника со 100 штук. Сегодня у нас будет открытие на русском сервере, возможно, скоро и на английском откроем, посмотрим на шансы, что у нас получится. В принципе, смысла копить эти сумки нету, как бы, думаю, всем интересно, какой все-таки шанс выпадения этого героя. Ну, ничего себе, интересно, сколько там дали этих сумочек. Воу, 30 штук, ничего, огонь просто. Сейчас я прокачаюсь. Такс. Ну давайте поехали. Плюшечки подкрываем. Что у нас там интересного такого есть? Так, это у нас карты остались еще. Надо будет пооткрывать. Ну, Фрейка. Отлично. Вот не нравится мне то, что оно перескакивает обратно же вверх. Немножко неудобно. Так. Где там наши плюшки? Не понял, что у меня мешков с эмблемой седьмой нету. А, мы все же с вами пооткрывали. Ну, давайте эти. Бог войны, воодушевление, гнев ложный. Ну, такое себе. Но воздушка — это всегда хорошо. Возможно, скоро восьмые ведут. Надо будет прокачивать. Так, открываем вот эту темку. Священный огонь, 100 зеленых. Отлично. А, видите, я не могу собирать, потому что у меня перелимит. Вот так вот. Так, понятно все. Надо будет собрать. Давайте сейчас паролем героев за ЗПшки. Да что такое? Маловато. Так, отлично. Это мы забрали. Что у нас там по акциям еще сегодня есть? Рулетка удачи. Поехали туда. И сейчас будем проверять шанс. Офигенный кофе. Так, отлично. Отлично, но нам не хватит. Надо будет еще что-то забрать. Хотя, с другой стороны, этих 10 карт, по сути-то, ничего такого не дают, но мелочи приятно. Так, коробочка у нас еще одна. Отлично. Так, ну что, поехали к самому интересному, самому. Опять говорю, открывать я, ребята, буду по одной. Почему буду открывать по одной? Потому что я так хочу. Если вам не нравится, мотайте в конец видоса, посмотрите, сколько осколков мы собрали. Зачем вот это вот ныть? Открывай все сразу, открывай так. Я как хочу, так и открываю. Вот мне нравится открывать и смотреть так. Вроде с этим все. Поехали посмотрим. О, у нас архи открылся. Надо сбегать еще на угольную.
Сколько у меня осколков? 1663. Запомните это число. Потом статисты напишите в комменты, если я забуду. Так. Ваши подарки. Ну что, поехали. Два. Тут, напоминаю, у нас падает от 1 до 30. Я было ловил джекпот здесь, вот как сейчас. 30 штук, это максимум, что можно словить. Еще два. В основном падает 1-2. Там раз на 5 попыток больше падает. Если мы сейчас просто так нажмем открыть, у нас откроются они там все вместе, это будет неинтересно. Тем более сейчас даже по 10 нельзя открывать. Оно все вместе откроется, и мы не увидим шанса. Вот 1, 2, 1, 2, 1, 2. Как видите, 30 выпало. Дальше просто уже. Так, десяточка, неплохо. Пятерочка. Вот, тридцатка опять выпала. Так, у нас было 107. Плюс-минус получается раз на 30. Где-то так. То есть где-то около 50 нам должно еще тридцатка. На 30 попытках еще где-то 30-ка выскользнуть. Но это опять же не точно. Поэтому, чтобы вы понимали, если вы будете пробовать собрать, вам нужно минимум пакетиков 70, а может и больше. Сейчас мы, кстати, это тоже сможем проверить. 1663, еще немножко, и сможем по сумочкам посмотреть плюс-минус, что нужно будет для того, чтобы собрать хотя бы с первых. Так, 1, 2, 2, прям как в школе. Если не 1, то 2. Ну, что-то вообще не прет. Пятерочка, десяточка. Так. Вот. Ну, плюс-минус. И того, что мы имеем. Сто семь было, 57, около того, 57. До 60 сумок надо, чтобы собрать огнекрыла первых, то есть плюс-минус 60 штук. Вот двадцатка упала даже. Ну это опять же, ребят, это рандом, кому-то может пару раз упасть, кому-то может вообще ни разу по 30 не упасть. Видите, в основном 1-2. То есть такие вот шансы, если хотите охника, копите 100 сумочек. На китайке, конечно, с этим проще. Вот опять тридцаточка. Там падает, точнее дают его еженедельных, куча разных акций, то есть там собрать на английском его продают намного дешевле. Да, и у нас он вот опять тридцатка, нифига себе. У нас он тоже намного дешевле стал. Ну это пока. Скоро, я думаю, он подешевеет, а и многие уже его скоро соберут. Я надеюсь, есть такие уникалы, которые дособирают. Почти дособирали. Может, уже кто-то и собрал. Но опять же, это надо сутками сидеть в лабиринте, иметь хорошо прокачанных героев. Ну, давайте вот эти так откроем. Вот видите. А, вот по 10 открывает. 19-18, все. Вы не поймете, какой там шанс был.
То есть там фактически 1-2-1-2 все падало. Вот. Что мы в итоге имеем? 107 сумочек, 1600. Ух, нифига себе. Мы два огненька собрали за 107 сумок. Неплохо, 1663. Даже больше, чем я ожидал. Ну что, поехали дальше трешивать. Открываем следующие сумочки. Сумка огнекрыла 2. Тут можно от 10 до 100 получить. У нас 54 сумочки. Поехали. Там мы, считайте, собрали 2 огника. Смотрим, что у нас здесь будет. Тут минимум будет уже 2,5. Сейчас посмотрим, вот 50 выпало. То есть тут просто умножаете на 10, 50, у вас получится 2,5 уже есть в любом раскладе. Так, 15, 15, отлично. Десяточка. Ну давай соточку уже где-то должен выдать. Не хочет он сотку выдавать. Ну тут минимум 15 сумочек, в принципе, можно собрать. Двадцатка, но пока 50 максимальное было. Еще раз 50, отлично. Десятка, 15. 80, нифига себе, вот это неждан. А соточку дашь, 50. Давай, давай, давай. 2500 у меня по-любому будет. Сейчас посмотрим. Так, десяточки, 15. Что у нас там осталось? Осталось 10 сумочек. Отлично. 50. Огонь. 10. 70. 80, 90, 100, 110, 125, 145, 165. Так, что мы имеем в итоге? Почти 3000. То есть фактически я собрал тут 5, и там получается 1663, 1705, 6, 6,5 огнекрылов. То есть 6,5 огников мы получили там со 160 сумочек. Там было 107 и 53, по-моему. В принципе, вот так вот. Такие вот шансы я вам показал, что если вы хотите, вы можете собрать осколками намного дешевле, покупая их сразу же на базаре с вероятным шансом. Но если у вас продают осколки и продают сумки, в принципе, можно частично и то собрать. Но, как вы видите, если у нас там собралось в тех сумочках, в обычных получается 2, то тут у нас собралось практически 5. Вот так вот. Ну, тут, конечно, сумки поярче, но это все рандом, ребят. То есть, вторые сумки не дают там без донатом, первые еще дают без донатом. Остальное придется все-таки бегать в лабиринте, испытывать свою удачу. Вот так вот, все, пишите комменты, как обычно, топ-контентик, ставим лайк, подписочка, репостик. Всем удачи, всем пока.